Один из снарядов, найденный на месте химической атаки под Дамаском, был советского производства. К такому выводу пришли инспекторы ООН, которые расследовали совершенную в этом районе химическую атаку. Боеприпас по внешним данным и измерениям соответствует характеристикам одного из вариантов артиллерийского снаряда М-14 производства СССР. Эти боеприпасы были разработаны для реактивной системы залпового огня, снятой с вооружения более 40 лет назад. При этом специалисты не смогли определить, какого производства, заводского или кустарного, была боеголовка снаряда с нервно-паралитическим газом.